Всем привет! Сегодня 3 мая. Обор чистый. Но ветер, холодно. Приехала к маме, хлеб купила им. Чё вы? А? Глаза капали? Да. Чем занимались сегодня? Ой, господи. Рыбу разделали. Рыбу разделали, да. Мама. Мама разделала? Ну, тоже. Я тебе... Папа собрался. Красные такие варежки рыбацкие. Их просит у меня. Ник собрался разделывать рыбу. Совсем. Так, я тебе, мам, перчатки привезла. Ну-ка. Маме перчатки где-то. Вот эти, мам, смотри. Рано утром нас разбудила Оля. Вот сегодня это. На, пап, хлеб. Свежий. Купила. Ну что это? Они нормальные тебе будут, мама. Они маловаты мне. Перчатки эти. Ну, посуду мыть, а то папа. Папа моет посуду. Ой, так грязно. Атака на пост ДПС произошла в ночь на 29-й. Конечно, ничего не видит он. Ничего не видит. Ой, да они мне тоже как бы не маленькие будут. Известиям удалось пообщаться с участниками событий. Ой, какие они. Они быстро рвутся, да? Быстро рвутся. Ой, какие они. Так-то, конечно, не так это они тебе нормально, как раз. Ну, они быстро рвутся, да? Ну, их одеть и поверх. Вообще надо купить ХБ уже. Сегодня я папины ХБ одела. Их обрабатывала. Ну вот, что. Как раз на твою руку. Ну, медицинские, они плотно прилегают. Ну? Посуду хоть мыть, чтобы рану не мочить. Они быстро рвутся, да? Мама, вот так снимай. Да, тяни и все. Ой, господи. Вон рана какая. У нас же все тупые у папы. Но сегодня сама наточила, и сразу у меня дело пошло. А то он... Этот... Надо Маю, мама. Чтоб Майя все ножи здесь перебита. Да я сама могу. Майя хорошо точит ножи. У них, у нее всегда острые ножи. Состояние сонное, спать хочет. Да. Только не снимай. Приехала я. Ездила я в магазин. Покупала. Увидела, папа идет с берега. Воду. Ходил воду это, амурскую. И идет, шатает его. Да это что такое? Ну, пока есть мама в комнате. Его никто не посылал за водой. Сам молча пошел за водой. Вот как? Хоть их забирай себе домой. Они, ну, они по-любому не поедут ко мне жить. Они привыкли в своем доме. Но... Идет, и это на колесе его шатнуло.
Да хорошо, вот я приехала, увидела. А когда меня нету, что они здесь делают? Ой, ладно, что, поехала я дальше на работу. Всем привет! Сегодня 4 мая, я уже, наверное, говорила, уже не помню. Приехали к родителям, воду надо перетаскать. Это воду убрали, значит, они здесь уже, папа. Но, ох, какая красота, смотрите. Ох, чисто, хорошо. Да. Так вот. Так, пойдем к родителям, посмотрим, что они там. Чем они сегодня занимаются, наши родители. Торик, привет! Торик! Тор, ты кушал? А? Красотка. Классоточка. Классоточка, классоточка наша. Ненаглядная. Что, дверь не покрываешь, товарищ? Хорошо? Ой. Сейчас, что ли? Что? Зачем открывать? Пусть открыта будет дверь. Ну, мухи, чтобы залетали. Мухи. Папа, привет! Воду таскали, да, чуть-чуть? С бочки брали воду? Чё? С бочки брали воду? Папа брал. Мы понедельник едем. Нам рабочий день нужен. Аптека. Сегодня нет. Сегодня нет. Но сейчас Андрей воду перетаскает. Ох, у мамы какие помидоры. Не сравнить мои. Сюда у нее такие. Пухленькие. Не пропустите выходные на телеканале «Россия» 24. Мяу. Расследование Эдуарда Петрова. Ладно, пооткрываем дверь. Каждый занят своими делами. А я подкрываю дверь мужу. Ой. Я вчера телефон оставила на кровати. А у меня телефон в пленке был. Как я его телефон купила, пленку не снимала. Угу. А телефону я не знаю уже сколько. 3 года. И котяра мой. Чуть телефон мне не прогрыз. Мне пришлось пленку всю покоцал. Все, ничего нельзя оставлять уже. Все. Ничего нельзя. Все надо прятать. И карточки банковские, и все у нас, и документы. Все-все. Он это гоняется за бумагой, за пластмассой. Все, что плохо лежит. Но. Че, не видишь? Нет. А че? А прибили вы? А кто вы? Я сделала. Мама, ты сама сделала? А кто же еще? Я, между прочим, папе. Сколько лет, говорю, вот так сделай. Я ему вот это дала. Объяснила как. И что? Ничего не выйдет. Плюнула, сама сделала. Мама, да ты скоро у нас это, строитель будешь. Строитель. С такими мужиками. Конечно, будешь строителем.
Хочешь, ешь столы. Короче, вот так вот. Представляете? Вот мама у нас умничка. О, что сделала. И спасибо, кстати, вам, дорогие зрители. Вы часто писали про это. Молодцы. Желаю вам всем крепкого здоровья, дорогие наши зрители. Ну. Мама занимается цветами только здесь, а сама. Папа сюда не влазит. Он единственный, мама сама ему показала, что вот это вот нельзя вырывать. А папа же, он после инсульта и не понял, и думает, зачем мама, наверное, сказала. Пойду я, наверное, вырву. Пошел и вырвал. Короче, как-то так. Если бы мама ему не сказала бы, он бы не вырвал. Потому что он ничего не видит, где что растет. Короче, вот так вот получилось. Но вот спашут, потом приедем, будем садить родителям картошку. А здесь это они не вручную, а как его пашут, короче, здесь. Угу. Заезжают отсюда. Вот отсюда заезжают вот так вот. Пашут. Значит, такие дела. Ой, как хорошо. Прекрасно. Солнечно. Мама что-то грядку, что ли, новую сделала. Из камней. И ты что? Кто камни таскал? Камни то таскал. Надо маму спросить. Мне кажется, там не были камни. Надо это, в старых видео посмотреть. Разве были эти камни здесь? Вот эти камни. Вот эти камни. Мама, а эти камни кто таскал? А? Вот эти камни откуда появились? Давай это... Мама? Чего? Вот эти камни откуда появились? Ой, не поняла, что ты говоришь? Камни, вот сейчас я увидела. Там же не было у тебя камни. Камней? Не было. Да. И что? Грядки. Ты когда успела? Давно. Натаскать? Давно. Когда давно? Ну, не знаю. 3-4 дня тому назад. О, видите, что она творит. Какие булыжники таскала. Ну и чего? Еще покрасить надо мне. Все там приберу, все сделаю и покрашу камни. И вот эти. Это мама таскала, Андрей, представляешь? Ну, конечно. Камни таскала. Деду нельзя таскать тяжести все-таки. Такие дела. Смотри, Галя. А? Брюки во что превратила. Срезала? Конечно, работаешь на улице. Штаны сползают. Наступаешь на штанишки свои, на эти. А, ну, чё, рабочие, чё? Конечно. Ну. Куда мне в них ходить? Взяла, срезала и... Ой. Ну. Ой, работы хватает. Не... Посылку отправили. Лилейник. Жасмин. А-а-а. И георгин. А ты заказала? Нет еще. Ты тут так и не отправила? А сейчас нечего заказывать.
Ой, ужасно, Галя. Да тебя вообще привезешь обратно. Я закажу под осень. И это, на зиму можно садить. Привезешь, что там у меня было написано, я даже не помню. Ой, блин. Никакой надежды. А, дверь. Короче, так вот, ладно, выключаюсь. Где мои люди? В Голливуде. Закрывай ворота. Чё? Закрывай ворота. А чё? Ну потому что день она не поймает. Да, он дойдёт, она только ночью. Надо ночью она же гуляет. Так что с Богородска приедет и потом во вторник может быть. А то закрывать будет, я? Ладно. Шла я работать в огород. В огород пошла. Доделывать. Все доделываю я. Мне нравится вечерком выходить, работать. Вот так пошлите работать. Чуть-чуть свежим воздухом, как говорится, перед сном. Перед сном. Вот так вот. Сейчас покажу вам, как я сделала. Пообрезала. Ну. Вот. Побелила. Побелила. Произведение мое искусство. Ага. Вот еще иргу побелила, колесо положила. Здесь у меня крыжовник без иголок. Мне надо вон там доделать. Это вот осталось дерево доделать. Ой, ладно. Сейчас положу. Ой, чуть не уронила. Ну вот. Подделаю.
Все побелила я. Притащила ведро, на ней сидела, белила. Короче, порядок привела. Так вот. Уже темно, а на камере не темно. Видите, темно. Вот. Так, фонарь уже горит. Вот и я. Заморалась. Но, ну все, я довольная. Чуть-чуть поработала. Можно идти домой отдыхать. Телевизор смотреть. Чисто совестью пошла смотреть телевизор. Ладно, всем пока. До новых встреч. Всем мира и добра. Крепкого всем здоровья. Пока-пока.